Дмитрий Рогозин обещает сохранить военную программу, несмотря на кризис. Правительство России не планирует сокращать или переносить программу вооружений до 2020 года, заявил журналистам вице-премьер. Для реализации этой программы предусмотрено 20 триллионов рублей. Еще 3 триллиона нужны на модернизацию оборонно-промышленного комплекса. По словам Рогозина, Министерство обороны и финансов прорабатывают схему привлечения банковских ресурсов. Объем кредитования в 2013-2015 годах может составить от 200 до 300 миллиардов рублей. Рассматриваются Внешэкономбанк, ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. Но возможно привлечение и других финансовых организаций. Заемщиками выступят предприятия российского ОПК. А государство выдаст субсидии на покрытие части ставок, которые не должны превышать 10%. Мы с вами можем точно сказать, что, безусловно, у России должен быть свой некий подкожный жирок для того, чтобы пережить эти тяжелые времена. Однако это вовсе не должно означать сокращение тех расходов, которые заложены в государственную программу вооружений.